дорогие друзья, приветствую всех, кто заглянул на мой канал. И сегодня я хочу показать вам очередной арт-объект Днепра – изюминку Екатеринославского бульвара. 11 сентября 2020 года прошли завершающие работы по возведению 7-метровой бронзовой скульптуры «Атланта» и по открытию первой очереди Екатеринославского бульвара. Теперь «Атлант» встречает посетителей на месте встречи двух бульваров. Метафорически фигура Атланта несет на себе железные кандалы, от которых он избавился, символизируя физическую и духовную свободу. Освобождение происходит на месте встречи прошлого и будущего, что и символизирует собой два бульвара. Создателями самой большой скульптуры города являются Никита и Егор Зигура, скульпторы, известные не только в Украине, но и за ее пределами. Реконструкция Екатеринославского бульвара подходит к завершению, и в скором времени здесь должны появиться искусственные ручьи, фонтаны, современное освещение и зоны отдыха для детей и взрослых. И очень скоро, я думаю, мы увидим во всей красе этот уголок нашего города. И обязательно вернемся сюда летом для того, чтобы снять для вас новое видео. До новых встреч на нашем канале!